Игорь Тальков, рок-музыкант, исполнитель песни «Чистые пруды». Игорь Владимирович Тальков родился в 1956 году. Советский рок-музыкант, автор и исполнитель песен с ярко выраженной гражданской позицией. Свой творческий путь музыкант начал еще в школьном ансамбле. В 1980-х работал в музыкальном вместе с эстрадными звездами. В 1987 на фестивале «Песня года» Тальков исполнил песню «Чистые пруды». Данная композиция стала настоящим хитом и сделала его действительно популярным. Следующим знаковым шагом стал видеоклип на песню «Россия», показанный в программе «Взгляд». За оставшиеся годы Тальков вместе с собственной группой «Спасательный круг» с большим успехом гастролировал по стране. Среди других известных его песен «Летний дождь», «Память» и «Я вернусь». Игорь Владимирович Тальков трагически погиб 6 октября 1991 года. Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве, участок номер 25. Памятник на могиле музыканта представляет собой Голгофу из черного гранита с большим бронзовым крестом со старославянскими мотивами. На граните старинным шрифтом выгравировано имя, годы жизни, эпитафи. На обратной стороне высечена строка из песни Талькова: «И поверженный в бою я воскресну и спою». Открытый цветник выполнен из темного полированного гранита. Подобное надгробие часто выбирают для глубоко верующих людей, каким и был Игорь Тальков.